Всем привет! Меня зовут Карен, я лидер молодежной команды прославления «Слово жизни Москва». Почему покупать музыку лучше, чем воровать? Первое. Это недорого. Например, бизнес-ланч стоит 250 рублей. CD с нашим новым альбомом стоит столько же, а купить его в iTunes, Google Play или Nokia Store аж в два раза дешевле. Второе. Покупать музыку – это удобно. Уже не нужно идти в ларек-марек, толпиться в очереди, драться за любимую пластинку. Набрал в поиске «Отче наш» и альбом у тебя в кармане. Третье. Покупать музыку – это быстро. Всего 5 минут, и ты можешь слушать 12 авторских песен. Четвертое. Покупать музыку – это покупать качество. Когда треки скидываются в сеть, конвертируются, то очень сильно теряется качество, есть помехи, и не все партии слышны. Ты получаешь порченный товар и чувствуешь себя не очень. Покупать музыку – это престижно. Когда меня спрашивают: «Карен, а сколько песен ты сам купил?» Я с гордостью достаю свой телефон, пролистываю вниз и смотрю. 1886 песен. Шестое. Покупать музыку – это быть в нашей команде. Как делается песня? Нужно сочинить, отредактировать, записать, свести, сделать мастеринг, залить и напечатать. На все это уходит много денег. Покупая музыку, ты реально принимаешь участие во всем этом процессе и вкладываешь в будущие проекты. Альбом теперь принадлежит не только мне или моей команде, альбом наш, общий, потому что мы все вкладывались в него. В конце хочу сказать, что 5 ноября выходит новый альбом «Отче наш». Все 12 песен на альбоме сочинили мы сами и вложили в него все свои силы, веру и талант. Может быть, «Отче наш» — это будет первый альбом, который ты купишь официально. Почему бы и нет? Спасибо за внимание и удовольствие от прослушивания. Счастья вам!